человек, который как бы опередил время. Взрывное, особенностью психики. Интеллектуал в борьбе был. У него работал хорошо компьютер. Он всегда пытается победить. Он победитель прирожденный. Потрясающе совершенно сохранил свои физические кондиции, свою технику. Но в его возрасте равных ему нет, это точно совершенно. Ну, память меня переносит в дедовский дом, это под Рязанью. Вся семья была у деда большая, дорожная. Многие работали на железной дороге. Дед всех, в том числе меня, приучал к каким-то трудовым навыкам. Мне казалось, что люди жили более дружно, более сплоченно и помогали друг другу. И вот только эта вот помощь помогла многим семьям выжить. Это, в общем-то, то, что мне запомнилось. Запомнилось, конечно, первые годы бомбежек железнодорожных вокзалов, путей. Мы с семьей были эвакуированы. Немцев отогнали от Москвы в конце 41-го года. Значит, мама, которая была и работала в Москве, взяла меня к себе. И военные годы мы все прожили с ней в Москве. Отец в это время был в 41-м году эвакуирован в Сибирь на запуск завода. После пуска завода его призвали в армию. И он на несколько дней, по-моему, дня на полтора, он попал к нам в Москву проездом. Те фотографии тех лет напоминают мне о том суровом времени, те выражения лиц, которые, значит, и у меня, как у ребенка, и тревожные воспоминания отца, значит, будет ли встреча еще раз. Следующая встреча произошла через 5 лет, когда отец был мобилизован, уже после войны, через год. Учился я в школе уже. Хорошо помню день 9 мая, потому что напротив окон классов, из которых было видно МПС, уже 9 мая висела огромная Звезда Победы. Значит, этот день хорошо мне запомнился. В дальнейшем судьба сложилась таким образом, что мама была действующей спортсменкой. Она в это время активно защищала честь «Локомотива», участвовала в первенстве Союза по баскетболу. Потом, значит, ее судьба свела и с другими видами спорта. И заниматься мною и у нее было время недостаточно. Поэтому она меня отправила к тетушке, к ее родной сестре в Крым, где я заканчивал начальную школу.
Бытовые условия у тетушки были довольно-таки стесненные. Маленькая 8-метровая комната без удобств, значит, ну, довольно-таки суровые условия, потому что немцы все, что можно, значит, в Крыму и разрушили, и снабжения было еще недостаточно. Климат, море, природа, они, значит, вот компенсировали те все недостатки, которые сопровождалось вот это детство. И рыбалка, и, так сказать, и природа. Ну, они наложили, конечно, на характер, и на взаимоотношения с природой, с морем, и дальнейшее увлечение. Школа отстояла несколько километров от дома, где мы жили с тетушкой, поэтому в школу приходилось практически иногда и пробиваться сквозь хутор, вдоль которого шла эта дорога, потому что местные ребята, ну, по каким-то причинам, значит, так или иначе, значит, не хотели вот этих школьников, которые ходили мимо, значит, пропускать. Это горная дорога, значит, единственная, обойти ее было невозможно. Значит, вот закалка еще произошла в то время. Там я закончил школу четырехлетку. Даже свою первую учительницу, Ольгу Васильевну, я помню ее имя, отчество, те годы обучения, какая-то была, ну, я бы сказал, благожелательная обстановка, даже в школе. Хотя потом об этом я бы не сказал, о школьных годах. Вот помню очень хорошо вот факт, который характеризует, в общем, состояние того времени. Вот те большие перемены, которые происходили. Учительница Ольга Васильевна нарезала от черных буханки кусочки хлеба, дежурный раскладывал на парты, по партам, и она, проходя мимо каждого этого кусочка, маленькой ложечкой клала на черный хлеб ложечку сахара или сахарина. Вот. И самое такое было приятное воспоминание об этом – это быть дежурным, чтобы положить себе горбушку хлеба себе и своему приятелю. Ну, в это время класс томился за дверями. И по звонку, значит, вот усаживался и с удовольствием. Вот, значит, это примерно, в общем-то, тех, ну, каких-то ограничений, которые мы... Эти ограничения, конечно, они сказались и потом, на всю жизнь. Так сказать, ну, отношение к каким-то материальным благам, каким-то отношение к жизненным поступкам и так далее. Когда люди делились вот этим последним куском хлеба друг с другом и поддерживали. Вторую половину школьных лет я уже провел в Москве, 325-й школе, Гороховский переулок. Учителя, стараясь подчеркнуть нерадивых учеников, указывали пальцем в окно и говорили: вот ваша дорога, в которой, значит, вы пойдете. А в окно было видно Казакова 18, это институт физической культуры. Значит, ну, в то время, наверное, нашему обществу, ну, действительно нужны были физики, химики, космонавты, но ни в коем случае не лирики.
Вот такое отношение было, значит, в обществе по отношению к спортсменам. Мама была спортсменкой, как я уже говорил, значит, много времени уделяла спорту. Имея высшее образование химическое, она в конце концов все-таки закончила школу тренеров в Институте физкультуры, работала последние годы тренером по баскетболу. Значит, команда ее, в которой она играла, была неоднократным призером Советского Союза по баскетболу. Отношение отца, конечно, было, ну, если не отрицательное, то чисто безразличное. Значит, одно его выражение, чего стоит, что в семье достаточно одной физкультурницы. Он имел в виду маму. Из тех лет я вспоминаю, конечно, Сергея Васильевича, нашего учителя физкультуры. Как ни странно, класс ждал этих уроков, потому что они были настолько, вот эти 45 минут были насыщенными. Какие-то игровые моменты, соревновательные. Наверное, вот это был первый толчок к тому, чтобы в дальнейшем так часть своей жизни посвятить спорту. Я перебрал несколько видов спорта, включая баскетбол, несмотря на свой невеликанский рост. Вот, потому что по традиции мамы она была тренером по баскетболу, мастером спорта. Была и в призерах Советского Союза в то время их команда. Пробовал себя на поприще бокса, но это было связано с какими-то конфликтами школьными, значит, чтобы утвердить себя. Ну, а в конце концов, под влиянием товарищей, которые были и в моем классе, это Сорокин Юрий и Чешейко Игорь, которые раньше меня начали заниматься у Евгения Михайловича, значит, я попал вот под их влиянием в эту секцию, с которой связал уже дальнейший свой жизненный путь. Значит, попал в экспериментальную группу к Евгению Михайловичу Чумакову. Дороскевич, кто его привел, я не знаю. Значит, пришел, он здесь рядом жил, недалеко совсем. Пришел такой мальчик с пышной шевелюрой. Худой, все мы были худые, достаточно худой. Значит, Евгений Михайлович поговорил, ну, говорит, приходи в тренировку, справку принесешь? Принесу. Пришел со справкой. Это был котел, в котором варилось спортивное мастерство. Это пятый, не то что пятый этаж, самая высшая точка, как бы на Голубятине называлась, кафедра борьбы. И там было два зала. 304 и 305. В одном занимались юноши, в другом занимались взрослые. И вот это все было под руководством Чумакова. Только приходили, разминались, и шла настоящая борьба. Никаких отвлечений, причем принципиальная борьба. Так как это приближенное максимально к соревновательным условиям. Боролись не 10 минут, которые были по регламенту борьбы, а боролись столько, сколько выдерживал спортсмен. Это вот была специфика скифа. Никто не ограничился рамками соревновательной схватки временной. Все боролись в меру своих физических возможностей. И поэтому специальная выносливость у наших скифовцев была на самом высоком уровне. Ну, что касается вообще методики Евгения Михайловича, она была построена на
принятие самостоятельных решений, так сказать, в продолжение тех технических действий, которые он, значит, предлагал в развитии. И каждый в силу своей испорченности, в силу своих, так сказать, каких-то особенностей уже вносил те или иные нюансы в исполнение, значит, изучаемых приемов. Он как-то мало нам, так сказать, вот говорил что-то, а в основном нас толкал на то, чтобы мы думали сами, понимаете? Вот. И это нам помогало потом оценивать противника и проводить прием. У нас был коллективный тренер. Евгений Михайлович возглавлял как бы такой вот тренерский совет, и мы все друг друга тренировали. Это было наслаждение, все тренировки. Ну, достаточно привести такой пример, что уже будучи взрослыми и чемпионами Союза, многие, если попадала тренировка, мы тренировались 3 раза в день. Попадала на 31 декабря, мы шли тренироваться, потом шли встречать новый клуб. Значит, что касается вот какого-то результата, мне казалось и кажется сегодня, что Евгений Михайлович-то и не был как-то в этом особенно заинтересован. Он был заинтересован в развитии и постановке своих методических разработок. А результаты, которые приходили, ну, они вот и явились этим воплощением этих разработок. Первые соревнования я полностью проиграл. Это были соревнования на первенство спортивного клуба «Скифа», на первенство «Скифа», которые считались у нас очень такими серьезными соревнованиями. Это были первые соревнования. На этих соревнованиях судил Анатолий Аркадьевич Харлампиев. Значит, несмотря на все проигрыши, значит, вот как-то он отметил меня. Ну, вот. И потом моя судьба вот была связана и с Анатолием Аркадьевичем, и с Евгением Михайловичем, и со всем тем коллективом, который вот был в этом спортивном клубе. Поэтому Дорошкевич заметен стал через 2-3 года. Быстро походил по открытым коврам, набрал победы, 3-й разряд, 2-й, и тогда уже увидели, что да, он. Ну, получилось как-то, что первенство Москвы проводилось последовательно по 3-му, 2-му и 1-му разряду. Значит, с разницей в несколько дней эти соревнования приходилось. Я выиграл одни по 3-му разряду, успел оформить 2-й разряд, выиграл 2-му разряду, успел оформить 2-й разряд. Ну и вот по 1-му и мастерам, значит, вот я занял в то время уже, так сказать, 3-е место среди мастеров. Это где-то в 19 лет. В 1957 год это фестиваль московский молодежный, институт физкультуры, клуб или комитет физической культуры, значит, договорился с рядом японских представителей, которые владели дзюдо,
значит, совместные тренировки, на которые, значит, я был, ряд был приглашенного товарища, в том числе и я. Ну, там я увидел, значит, многие приемы, которые для нас были новые. Одним из них был это, вот, как его называют, самый подхват изнутри. Ну, потом были и встречи с японцами по самбо. В команде от Москвы я участвовал. Вот. Эту встречу мы выиграли командную, ну, в том числе и я выиграл. Он очень легко входил под противника, но в то же время входил так, что уже противник не мог устоять. Я имею в виду его коронный подхват, он вообще поражал своей эффективностью. Он каждого мог бросить, даже тяжелее себя, чистым броском именно подхват. Все знали, что он делает подхват. Это самый трудный прием. Там надо бросить противника, остаться в равновесии на, практически на большом пальце опорной ноги. И он это делал с успехом. И мы невольно любовались этим приемом, ну и, естественно, любовались Дорошкевичем, как он это делает, как он готовит, как он ходит. То есть вот эти разговоры о коронных приемах, вот говорит Дорошкевич, подхват под одну ногу, да, был, но он все остальное делал, понимаете? Не просто умел, а делал соревнования. Просто вот этот его прием, он был в несколько необычном варианте. Такого не делал никто в мире и не делает, насколько я знаю. У него была одна особенность, значит, если вы помните, подхват делается махом ноги, который подбивает противника, то он и делал, вот говорит, что кто-то из нас рассказывал, что японца он увидел там. Я был в этой группе, когда приезжали первые для совместных встреч дзюдоисты Швейцарии. И японцы приезжали. Значит, мах. Он делал мах ногой вперед. А потом, как маятником, используя момент инерции этой ноги, зашвыривал противника. Так что, если был случай, у него сорвался захват, один раз сорвали на первенстве Москвы, он улетел вперед, выполнил сальто и упал на спину. Вот такой запас энергии вкладывал Дорошкевич в этот бросок. Но он великолепно делал подсечки. И не потому, что бил по ногам. Он в коридоре, например, гирю 24, даже 32 килограмма ножкой, как киса лапой, как говорил Евгений Михайлович, киса лапой вынимал опорную ногу. Вот он, значит, вот эти вот 24 килограмма гонял он. Очень фундаментально сделанные, капитально сделанные, отработанные технические движения. Разнообразие техники, то есть техника всех уровней, то есть снизу до верху все это. Поэтому он делал подхват изнутри так, что у него нога выходила в маятник. То есть у него практически был шпагат. И человек падал с него не как обычно, вот я, допустим, делаю тоже, я пытался делать этот маятник, пытался его копировать, у меня так не получалось, и человек у меня падает, то есть я его скручиваю в бок. А через Виталий Славич, человек летел прям кубарем в ту сторону, причем он мог его сбросить и вправо, и влево, а мог в этом положении зависнуть и сделать мягкий накат на человека. Сейчас вот то, что он и сейчас и мягок, и как кошечка, и все, то есть ему за 70, это говорит о том, что это ему дано еще и помимо самбо. То есть он это взял, он на это наслоил самбо, вот, и получился вот такой подхват, который, в принципе, никто больше, с тех пор я больше не видел такого подхвата. Говорят, что вот маленького роста спортсмена он не может делать, допустим, подхват изнутри, потому что ему не стоит, потому что он маленький. Вот, пожалуйста, вам пример Виталий Славич. Великолепно, быстро, так быстро, что и увидеть невозможно. We'll be right back.
были учтены все те промахи, которые были, я стал первым. Уже в Минске в 58 году, я уже занял первое место. В это время уже была кафедра, спецкафедра, это военная кафедра, когда по окончании нам присваивали, военное звание. Посещение этих занятий на кафедре военной подготовки было очень строго, и пропустив там несколько занятий, заведующий кафедрой, генерал, вызвал меня и отчитал за пропуски. В конце концов, протянул руку, поздравил, молодец, что у нас есть в институте чемпион Советского Союза. У него не было таких сомнительных схваток, дадут ему, не дадут, понимаете? То есть четко, если он выиграл, то он выиграл, понимаете? В активном темпе, очень агрессивная борьба, ни шагу назад, все вперед, плел сети под противника, запутывал, потом бросал чисто. Второе чемпионство меня застало уже молодым специалистом по отработке в одном из научно-исследовательских институтов города Москвы. Выступать стало очень затруднительно, потому что там это режимные предприятия, посещения, свои графики, выполнения научных работ и так далее. 64-й год я не выступал на первенство Москвы, а команда, так как я в 62-м году уже был чемпионом Союза второй раз, меня не допустили к первенству Советского Союза в моей весовой категории. А представителям нашим сказали, у нас есть свободное место в более высокой весовой категории, если хочет он, пускай там выступает. Я, конечно, это дело не хотел пропускать. Я выступал в более тяжелой весовой категории. Где на финале встретил, никто, конечно, всерьез меня там не мог воспринимать и не воспринимал. Наверное, это и было их ошибкой. Потому что там были очень хорошие борцы Наталенко, Москалев, Боголюбов, то есть все члены сборной в то время уже под дзюдо. В финале встретился с Боголюбом, где, победа была отдана Боголюбову. Схватка, в принципе, была ровная, но Виталик там провел 2 или 3 технических действия. Боголюбов не смог ничего сделать. И когда схватка закончилась, я не помню, тогда была оценка по мнению или нет. Была еще с незначительно. Отдали Боголюбу. И практически Виталий завоевал серебряную медаль. Зачислили меня кандидатом в сборную, а на прикидках там то же самое. Я получил ряд прикидочных соревнований, ряд этих самых строгих замечаний и был отстранен. Отработав свои 3 года, я уже имел возможность перейти на другую работу. И в это время под идеей Юры Степанова мы решили пойти в инженерную группу, которая была создана при МИФИ, и закончили это второй вуз уже по новой специальности инженер-физика. Сложились обстоятельства. Закончив этот вуз, я попал на работу в Зеленоград.
то время Зеленоград был городом-спутником. Он даже был как бы засекреченным городом, потому что, допустим, в то время нельзя было вызывать, приглашать иностранцев в Зеленоград. Нельзя было из Зеленограда, значит, легко поехать куда-то, особенно если ты работал на каком-то производстве. Масса всяких институтов, они и по сей день целая масса здесь, научно-исследовательских институтов, при них за их экспериментальные заводы. Вот. И многие вещи, которые делались тогда здесь, в принципе, аналогов тогда в мире не было. То есть во многих вещах Зеленоград тогда опередил и японцев, и китайцев, и корейцев, и американцев, и всех. По сути, 62-го началось оживление здесь какое-то. Был этот город очень, конечно, поначалу грязненький, мы его так и называли, Зеленогрязь. Вот вы сейчас смотрите, это великолепный, шикарный, современный город. А в то время это были жуткие дороги, конечно, два каких-то жилых корпуса для строителей, в основном общежития. Вот. И начиналось зарождение предприятий. Активное такое уже выступление, так или иначе, после 64 года мне было закрыто. Закрыто тем решением спорткомитета, который говорил, что нужно обновить сборные команды после Токийской Олимпиады. И мне уже было 27 лет. И надеяться на так сказать, какие-то результаты попадания в сборную команду следующего олимпийского цикла были безнадежны. Вот, потому что перешел я работать на техническую кафедру МИЭТа, Московского института электронной техники. Значит, эта перемена рода деятельности от научного работника к преподавательской работе требовала много и усилий, и времени. Ну, как бы началась производственная, естественно, деятельность. Ну, и тут же потихонечку начали организовывать, ну, естественно, по возможности, всякие спортивные секции. Там уже начали мы заниматься с детьми. В дальнейшем, когда я был приглашен на кафедру физвоспитания в МИЭТ, образовалась группа студентов в МИЭТе, мы показали некоторый результат на первенство вузов города Москвы, привели первенство вузов здесь у нас в Зеленограде. Была введена специализация на первых двух курсах по самбо, значит, принимала зачеты. Кафедра, значит, была очень совершенно удовлетворена той работой, которая была проведена по самбо. Значит, вокруг этой секции в МИЭТе уже как-то стали объединяться и другие виды, не другие виды, а другие группы детей. Прием показывались таким образом, что он брал какого-нибудь из хороших спортсменов, которые на нашем фоне были тогда одними из лучших, вот, разгонялся в движении и с ураганной силой делал техническое действие. Поняли? Никто ничего не понял, все молчат. Ну, делайте. Делаем один день, делаем второй день. Студенты, ребята, все начитанные. Кто-то там какую-то книжку нашел, кто-то еще что-то. Вот. Ну и начинает у кого-то что-то получаться. Так остановились. Вот ваша пара, пожалуйста, покажите. Ну, пока ребята показывают то, что они начались. Вот два специалиста. Два специалиста. Если какие-то вопросы, вот подходите, спрашивайте, они вам расскажут, как это что. Вот. То есть вот этот вот манер заставлял на этом уровне, то есть студенты это уже ребята взрослые, вот, на этом уровне заставлял ребят думать, заставлял находить ходы самостоятельно, что в дальнейшем мне вот сильно помогло при работе тренера. Вот сам выходил, сам боролся, то есть было на что равняться, было на что посмотреть. То есть техника великолепная. И манера вот эта вот, она как бы во многом копировал. Не то чтобы, я, конечно, наслаивал свое, старался там приумножать эти все вещи, более дотошно подходить к этим делам. Но в целом, конечно, многое вот взял, многому учился. Я просто могу сказать, что вот любой студент глядел ему в рот, просто буквально.
любой ученик. Вот. Но, во-первых, это достаточно титулованный спортсмен. Во-вторых, это очень техничный. Это не всегда, кстати, одно и то же. Титулованный и техничный – это не всегда одно и то же. Бывает, вот взлетел человек на каком-то одном движении, допустим, и все. А Виталий Ростиславович, он очень разносторонний спортсмен. У него совершенно уникальная техника. Он хочет донести до каждого. Но самое интересное, что он прекрасно понимает такого уровня борец, двукратный чемпион Советского Союза, что хотелось бы, чтобы делали как я. Вот он этого не делает. Он с каждым ребенком идет на компромисс. Вот это отличительная черта великого спортсмена от хорошего тренера. Хороший тренер всегда пойдет на компромисс с ребенком. Великий спортсмен, он всегда скажет, ну-ка, делай как я. Когда он показывает в целом движение, а потом заставляет прийти к этому движению самому прийти к этому движению, вот это студенческий, это Евгений Михайлович. Это Евгений Михайлович. То есть быстро показать и заставить потом в своей головой варить, где-то искать какую-то литературу, где-то искать еще что-то, потом всем вместе встать вокруг этого движения и найти правильное решение, правильный ход. Работа со студентами в Московском институте электронной техники приносила, конечно, удовлетворение. Ну, видел свой результат. Методически, но эта работа строилась на тех принципах, которые обучали нас. То есть Евгений Михайлович, это практически было повторение, может быть, в какой-то момент и бездумное. Ну, если говорить о привнесении каких-то своих элементов, да, это были подвижные игры, которые давали возможность спортивный зал, где мы тренировались, прежде всего тот баскетбол. Вот, ну и старался привнести ту обстановку, в которой воспитывался я. Это непринужденность, это какая-то раскованность. Это студентам нравилось. На первенстве вузов, когда тогда проводилось первенство вузов, великолепные соревнования, которые были по нескольким группам, вот, они проводились и по самбо, и по дзюдо в то время. Вот. И когда попадался соперник, который на уровне мастера спорта международного класса, в его весовой категории, он раздевался и сам выходил в строй и боролся вплоть до того, что вот вы с кем сейчас боретесь, я вот с этим, вам с ним еще рано бороться, это мастер спорта международного класса. Ну-ка дайте-ка ваше там кимоно там и все это. Выходит в раздевалку, раздевается, ушки разотрет. Выходит и в одну калиточку человека раздевает. Вот самбо – это борьба интеллекта. Вот. Скорее всего, что вот умение быстро формировать какие-то образы, какие-то мысли, наверняка ему пригодилось и в работе. Потому что он блестяще совершенно защитил диссертацию. Надо полагать, что, наверное, самбо в этом случае помогает формировать и интеллект, я так думаю, что. Достаточно сказать, что он быстро сделал кандидатскую диссертацию, сказал свое слово в вопросах рентгеноструктурного анализа специальных соединений. Вот. То есть он настоящий ученый, так же, как и настоящий самбист. Ну, в Зеленограде, попав в один из научно-исследовательских институтов, сложилась довольно-таки интересная группа людей. Они были постарше меня, они были, прямо говоря, пообразованнее меня, они были поопытнее меня. И вот эта среда, конечно, она тоже мне благоволила для того, для, так сказать, своей ориентации. Ориентации, значит, выполнения диссертационной работы, защиты ее и потом попадание, значит, вот в институт в качестве преподавателя, ассистента.
доцента. Характерно, конечно, можно вот что еще отметить. В дальнейшем по жизни вот эти спортивные, даже не спортивные, а связи спортсменов по стране, они помогали в такой повседневной жизни, когда я уже там занимался другими делами, связанными там с производственными делами, с бизнесом, они много помогали. Потому что взаимоотношения вот на уровне спортсменов, оно какое-то, мне кажется, иное. Оно более открытое, более понятное, чем в обыденной жизни у людей. Я был комиссаром стройотряда, строили там трамплин для двоеборцев, которые были, должны были выступать на зимних Олимпийских играх. Поездка на Сахалин, это, значит, была идея ЦК комсомола послать туда, на Сахалин, предолимпийский год зимних Олимпийских игр, это 86-4. Вот, послать стройотряд для строительства и подготовки баз для тренировки наших спортсменов. Ну, такие были собраны отряды по ряду физкультурных вузов. У него был свой отряд, они немножко были на периферии, а у меня было 240 человек, которые я был в Южно-Сахалинске. Ну, что я хочу сказать, он и там был лидером. Они прекрасно выполнили свой объем работы. Нас вообще курировал тогда Иваницкий, который был в отделе оборонно-спортивной массовой работы в ЦК комсомола. И нас двоих туда, так сказать, вот делегировали. Это все были трудные условия на Сахалине. Можете представить, что студенты Института культуры, 6 вузов по 40 человек. Начиная от Хабаровска, кончая, так сказать, Львовским институтом, со всего Советского Союза съехали сюда студенты. Условия были тяжелейшие. Облако с океана раз помыло, через полчаса вернулось обратно, опять помыло. Скальный грунт, который вырубали, так сказать, скалывали КАТО и наши бульдозеры, потом вручную ребята наши добирали, выбирали сферу будущего трамплина. Ну что, мы справились с работой, и его, так сказать, там отметил ЦК комсомола и меня. Было сопряжено с большими трудностями, потому что климат довольно-таки своеобразный на Сахалине. Жили в палатках ребята, работали на земляных, тяжелых работах, на бетонных работах. Это было сыро, это было тяжело для ребят. Но, тем не менее, так сказать, вот какая-то жизненная закалка. Приличный шторм, там 5-6 баллов, воды на острове нет, хлеб кончается, штормит. Синера стоят, прячутся за островками на якорях, потому что им выхода нет. Ну что, мы на катер, одели костюмы свои, калипсо, плавучесть дают все-таки, маску, трубку, ласты. И на катере, там 5-6-бальный шторм, идем, подходим к Синеру с подветренной стороны. Ну, катер ходит, ну, сеня, все-таки высота борта где-то 1,5 метра. Подходим, значит, а нас носит вот так. Стучим, выбегает матрос. Тут же у моряков сразу же уважение. Мужики, откуда в море, в шторм? Все, значит. Чалим катер, он ходит вдоль борта. Сбегаем к ним, у нас в катере два бетона, молочные, алюминиевые, большие такие, да? Значит, у мужиков взяли во время хлеба, налили пресной воды, все, потом, как вы будете грузиться? Да как, очень же просто, все. Значит, один встает на нос катера, второй наверху с бетоном, значит, синхронизируем движение, раскачку эту, то, что бетоном их собьет, а опрокинется водой, тяжелый. Пускаем, подхватываем туда. И они нас там спрашивали,
мужики, а вы откуда? Мы говорим, и в Москве все такие моряки. Мы говорим, да, как же. Ну, что касается 90-х годов, когда началась эта безумная демократия, преподаватели в институте, как-то потребность в них все уменьшалась и уменьшалась. По тем или иным соображениям, по соображениям опять, значит, каких-то товарищей, друзей, значит, я занялся работой, связанной с бизнесом. Значит, и я ушел из института целиком, значит, посвятив себя, организовав, значит, предприятие. Ну и, значит, на первых порах были, в общем-то, неплохие результаты, ну, по бизнесу. Ну, зная некоторые, зная, значит, ну, меня, мою биографию, мою, так сказать, жизненные устои, как-то и ставили на меня, и сделали от меня руководителем организации одной, потом я уже создал вторую. Ну, 97-й, 98-й год он, так сказать, поставил всех на свои места. Вот, этот дефолт и... Продолжение дальше и оценка, значит, дальше состояния в стране, значит, говорили о том, что пора и с этим бизнесом тоже заканчивать. С другой стороны, вот эти годы, они, ну, я считаю, просто вычеркнуты из жизни, потому что здесь вот этот бизнес многих людей, значит, проявил как не с лучшей стороны. Здесь я был, потерял ряд товарищей, друзей. Вот, и, в общем-то, с болью вспоминаю эти годы. Здесь появилось время, здесь появились, значит, старые привычки, появились новые друзья, появилась тренировка. В Москве такого уровня, я думаю, что он только один борется, и такого возраста. Скифовцы не ждут отдыха, здесь скифовцы до сих пор работают. Настолько это зрелищно, настолько эффектно он борется, что трудно поверить, что этому человеку уже там за 70. И не каждый становится там чемпионом чего-то, но характер и становление человека происходит через преодоление, через спорт. Но такой парень, который не оставится в беде, как говорят, я с ним пошел бы в разведку еще раз. Вот иметь таких друзей – это подарок судьбы. Вот этого всего, где мы сейчас находимся, клуба бы и не было бы, если бы не было Виталия Ростиславовича. Виталий Ростиславович, несомненно, тренирует. Летом он показывал мастер-классы в лагере, надеюсь, и следующим летом он нам покажет. 11 сентября 2010 года прошел первый турнир на призы Виталия Ростиславовича Дорошкевича, который принес нам, конечно, много седых волос. За сутки до турнира Виталий Ростиславович Дорошкевич позвонил мне на мобильный телефон, как одному из организаторов этого турнира, и с присущим ему юмором попросил, чтобы я поправил плакат, где было написано, что на призы Виталия Ростиславовича Дорошкевича. Дело в том, что в этот момент его на каталке везли на операцию по удалению камня из почки. Поправил, да, чтобы мы написали его памяти. Естественно, слава богу, что все в результате обошлось. Получилось так, что первый турнир на призы его имени мы провели без него. После турнира мы все поехали к нему в госпиталь и приветствовали его. На первый турнир я скажу, что съехалось все руководство самбо Москвы в этот маленький поселок. Вот так вот болезнь Виталия Ростиславовича помогла собрать в одном месте вот этих замечательных людей, которые, конечно же, поддержали наш турнир, которые помогли в его проведении.
Ну, и мы, я считаю, мы достойно провели первый турнир. Он не вышел комом. У нас собралось на турнир 8 регионов. Приехали из Владимирской области, Белгородской области, Пермского края, Тверская область приехала, город Рязань доставила чемпиона среди юношей. Самбо-70 участвовала, вот, Солнечногорский район. Конечно же, мы в следующем году проведем обязательно второй турнир. Вот, надеюсь, очень надеюсь, я думаю, все будет нормально. В силу своих, значит, возможностей по борьбе с самбо в Зеленограде я буду помогать и, так сказать, работать с людьми, с ребятами, которые, значит, тренируются здесь у нас в Зеленограде. Я думаю, что он уже, то есть, отработал то, что ему было дано Чумаковым. Вот. След он оставил замечательный. Я думаю, что он нам будет и дальше помогать в развитии. Вот. И надеюсь, конечно, пожелать ему просто здоровья, удачи и постоянного присутствия с нами.